Тема тяжелая. Но евреям все, кто был, не и плюс еще 3000, вот эти, что нам дают. Нам дают 3000 с чем-то, и путинские, это еще всего 4 русских, а там же наш артист выступающий, который это самым добился, что им послали. И они стреляют. Это дело все. Только номера, у них не было ни фамилии, ни имен, только номера. Вы знаете что? Я уже положила. Я с Краснодарского края. Там у нас гнали немцы пленных. Если бы знали, они шли, ноги отмороженные, 40-градусный мороз, это недалеко от Керченского пролива и Азовского моря. И гнали тряпья, ноги отмороженные, и стреляли, они там мясо оставалось. Кто падал, их расстреливали, и целую кучу их прогнали. А потом люди собирали, кормили их, там ведра, кто мог. А потом не стали пускать, их они как-то расползались, не стали пускать. И они лежали одни, их не лечили, ничего. Сказали, что... Я так сокращенно. Сказали, что поедем в госпиталь. И они лезли, и здоровые, и более-менее такие уже могли ходить. Все машину, две машины нагрузили и повезли. А что я вам хочу сказать? Азовское море, обрывистые берега. Да, обрывистые берега. Их вывезли за поселки подальше, выкопали ров. И всех расстреляли, там не знаю сколько машин их расстреляли. А после войны, вот сейчас, эти обрывы осыпались. И там кости, черепа. И вообще сколько мы навиделись, что немец сделал. Армия согналась, скричи к проливу, всю армию нашу. И... загружались, кто расстреливал себя, кто грузил все катера, выпускали их на середину, немец, и топили, если один хоть за доской там плавает, за каждым гонялись, потом загружали, это вот истинный Бог, загружали баржи, баржи это пустое, и сверху рубка управляет. И такие огромные баржи, он их выпускал на середину пролива и топил. А после сколько затоплено, сколько берега были забиты с черными шинелями, с серыми шинелями. И баржи эти поднимали, в этих баржах уже после войны подошвы, ремни и кости. Сколько их подняли. Что угодно, только не война, только
А теперь вот эти дети, внуки вот этих фашистов, которые на Украине, да, это да. Они, потому что они не оставили реванш свой против Советского Союза. Это же те же дети, за старые. Ну, вы говорите, у нас в Латвии, Thank you.